болит. Видно, не видно на камеру. И закат у нас уже. Время часов 10, наверное. Такой пейзаж у нас тут. Одна сосна старая посреди луга. И везде черемуха. Тут сейчас не видно ничего, везде черемуха по берегам. Поэтому в этом году, наверное, черемухи будет море. Ну все, вечереет, идем домой. Поймали все немножко рыбки. Ну, тайге вам нравится плавать? Люблю она. Рябина такая, большой-большой куст. Как раз можно будет собрать, да, здесь? Вообще, вроде дерево небольшое, а такое широкое-широкое. Вот так прикольно, еще не села. Ну, здесь как раз можно будет собрать. Всем привет! Вот мы снова выехали на речку Вуктыл. Деду на избушку. Ну и прошло два дня мы отдохнули, в баню сходили, помылись. Как бы и... Решили опять сходить порыбачить, заодно до конца прибраться в избушке. Ну и саванчики-то сделать сразу. Ну, погода, как обычно, хорошая. Тепло. Но сегодня не так жарко, как в прошлый раз. Комары есть, вода есть. Мы сегодня попозже выехали. Вот со мной рядом Ваня. Привет. Брат маленький, самый младший. Ну и на этот раз я взял трех собак, а не одну. А то они сидят там без дела. Мучаются. Ну, так пусть обучается по чуть-чуть. Так-то у них там особо таких охотничьих инстинктов-то нету, поэтому никого, наверное, тут не задавит. Ну и в прошлый раз мы здесь ходили, никого тут гнезд не было. Как бы брали одну лайку, да. Всегда на виду было, так что места уже знаем, знакомы. И поэтому тут как бы не то, из животных пострадать не должен, по сути. Поскольку мы здесь ходили, тайга как бы ничего не чуяла, значит, ничего здесь, наверное, и нет. Ну, пума, она маленькая, ей 5 месяцев. Она только пока на белок лаяла, я видел, на куницу, а на птиц еще как бы не лаяла, потому что еще не сезон. Ну, а Джессика это башкирская лайка. Как бы на нее у меня надежда есть, что она кого-то будет лаять, но пока она подает им сигналы опасности только. Если кого-то видит, то с бешеным визгом бежит в нашу сторону.
И сразу понятно, что там что-то есть. Ну вот так вот пока. Ну примерно тайге, ой, Пуме и Джессике возраст одинаков. Джессика, она на месяц примерно старше. Ну и вот, уши у нее стали, проблем как бы нету. Долго, конечно, стали, но вот я покормил ее. Печенью сырой кормил постоянно. Как бы по возможности. Утиной в последнее время. Ну и вот. Витамины как не обманула нас. Как бы сказать, информация с интернета, что надо печень кормить. Так, ладно, пойдем снизу, спустимся, посмотрим сразу. Дорогим. Ну, выехали опять на 2 дня. Сейчас убираться в избушке сильно не надо. Взяли мы на этот раз картошки побольше, лука, там всякий причиндал, веник, совок, моющие, губки, одеяло, такие покрывала. Ну и поэтому проблем у нас не должно быть никаких. Успеем, сделаем солончаки, сделаем лабаз. Сейчас мы пойдем, подходящее место найдем здесь. Ну вот ли. Ну речка-то хорошая, рыбная, чистая. Сейчас пойдем дальше. Тут перекат нормальный. Можно. На перекате прям попробовать порыбачить. Еще попробуем? Какого крохотного птенца нашли. Вон маленький-маленький кроха. Дрожит здесь, пищит. Но все, не будем его пугать, мать у него кричит. Пойдем отсюда, не будем здесь рыбачить. С собаками подальше. А то вот он какой. От вчера ходили мы. Какой-то зверь там всех птенцов подавил. Ну все, не будем пугать его. А тут даже не один, он высокий, это много этого. Опа, вон они там. Сидят. Вон туда. Если в щель посмотреть. Дальше. Вот один. Вот второй. Вот там еще они есть. Вот. Я думал, что он разобился, только выбежал. Давай. Ну ладно, пойдем отсюда. Пока собаки не. Погрызли никого здесь. Вот спрятался там один. Ладно, чтобы ногу не сломал еще. Вот такие птицы. Ну вот. Так ты иди отсюда. Все, пошли. 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 Двигаем дальше. Ищем омута. Дорога. Есть. Чистая. Комары, конечно, есть, поэтому рыбалку уж в августе идти. В сентябре. Сейчас вода, комары. Наверное, никто не рыбачит. Нормальные люди. Ну, угнал я собаку туда подальше. А там наподобие трезогоса какие-то птицы. Гнезда у них там по берегам. Ну и погнал дальше. Ну, тайга, она такая бездарная. Бегала. Рядом даже не учу его. Это даже хорошо, что никого не принесли. Ну ладно, пойдем туда подальше. Ну там сразу понятно, если птицы рядом летают, паникуют, пищат, значит, где-то гнездо. Надо оттуда уходить сразу. Если с собаками, чтобы их лишний раз не шугать их там, чтобы они ничего не съели. Ну все, двигаем дальше. Ну сегодня вроде не особо жарко. Так. Ну, покормил я маленький перед этим. Вась, пусть сидит по дороге здесь, посмотрим, что здесь творится. Сейчас спустимся. Да, комаров много. Нашли очередной омут. Сейчас пойдем туда. Попробуем порыбачить. Омут большой. Ну, на голове сейчас не стал по камеру пускать. А то надо постоянно включать, выключать там. Непонятно. Да, ждем вечера. Чем попозже выехали. 4 часа. Ночи комаров нету. Сейчас ночи белые. Рыбачить можно. Ночью можем на удочку прийти порыбачить. Хорошенько. Сейчас места хорошие повыбираем. Куда можно прийти рыбу
вода прозрачная, рыбы сразу видно, есть, нету. Да даже нету, если рыба под горячими не прячется. Под камнями, да. Можно будет найти. На корына будет на рыбу еще. А то везде коры нету. Так, сейчас посмотрим здесь. Перекатик. Вот хороший омут. Ну вон омут здоровый, он вообще огромный. Так, ладно. Вчера, три дня назад. Ну ладно, еще посмотрим место хорошее где-то, ничего. И... Ну так-то вообще хороший большой омут, вообще здоровый. Ну что, друзья, нашли мы рыбное место. Ваня уже поймал тут. Хорюсков 2, я думал 3. Нет, не хорюски, это мыки. Так, это у нас что? Это мык. И это тоже мык. Неплохие, нормальные. А, три там, три. Три мыка. Ну, хорюсов пока нам не везет на хорюса. Мыки ловятся еще. Ну, мыки там вроде ограничений по муку нету, а мелких хорюсов мы отпускаем. Так, хорюс, рыба дорогая. Белая рыба. Ну, а мык уже какой-то более сорная рыба, как и плотва. Так, сейчас я прикреплю. Взял на этот раз хорошую пластиковую удочку. Не стал я там мучиться с деревянной. Не стал лишний раз деревья рубить. Как бы зачем, если можно, если... Сейчас в современном мире есть все пластиковое, да и удочка что нормальная, не тяжелая. Так что это ладно бы, с удочкой не было, другое дело. Сейчас мы распутаем ее. Ну, из пластика, честно, проще возиться, чем с деревянной. Че я ее? Вытащил. Червя насадил. Рыба есть, лови. Нет. Так, дальше пошел. Ну, попробуем здесь половить. Ваня говорит, что рыбы много видел. Ну, хорошо. Как бы... Пустов нету. Место хорошее вроде. Не буду сейчас я насаживать эту светилку. Можете, придется. Ой, тихо. Что там роют, они там мышей ловят всякую, не знаю. Так, есть у меня пластмасски. А, они у меня в этом. Главное не потерять поплавок. Что-то отсоединилось уже, резинка не очень хорошая была. Так, где-то у меня баночка с червями. Потеряется, ничего страшного, у меня есть светящиеся эти штуки. Личинка моя скажущаяся. Ну, в прошлый раз самый большой харис был вроде 190 грамм. Как бы на этот раз надо попробовать побольше половить. Хотя грамм на 350, а лучше на 500. Ну, посмотрим. Как получится. Так, закидываем удочку. Сейчас можно пониже спуститься. У тебя, Вань? Сейчас посмотрим. Тут и глубины-то особо такой нету. Можно поглубже сделать это. Тут. Омут. Ну, Ваня-то там перекативает. Сейчас посмотрим на омут, что здесь творится. Есть тут харюс, нет? Да. Комаров много. А вода еще есть. Ну, плюс мошка. Антикомарина у нас тоже много, в принципе. Один в избе. Один у нас там. Пушу оставили на омуте, придется туда сходить. Ну и один с собой.
Ну, сейчас клещей много. Пора клещей. Как бы на собаках постоянно клещи сидят. Я вытаскивал первое время, там пару раз пробовал. Веревкой, но там не веревкой. Вытаскивал ниткой, но потом что там, толку особо нету. Вытаскиваешь, вытаскиваешь. А их все больше и больше каждый раз. Так. Так, тут у меня светилки такие на поплывок специальные. Попробуем заодно вот резинку всего такую. Сейчас как раз на поплывок заменю, а то она порвалась. Резинка. Сейчас поменяем на поплывке. Ставим светлячок. Потому что Скарлетт не брал, думал из-за этого, то что из-за этого наконечника на этот, на поплывок, чтобы на ночную рыбалку. Ну, потом посмотрел, Ваня тоже не брал. Но зимой я хорошо ловил на него. Сейчас посмотрим, что здесь. Вот. Нарежем край. Че, на глубине такой нет, что ли? Еще раз. Вон. Что, на омуте рыбы нет, что ли? Да? Не, должен Харрис брать, по сути-то. Может, место еще не харрисиное. Чего-то игра там роет. Тут одна резинка, Ваня, соединилась на поплавке. Но ты сделал грузило большое, я не смог этот продеть сквозь грузило. Чё ты, ребят, там? Кто там? Кого там ищешь? А? Кто там живет? А ты, кто там живет? Да, омут безрыбный, наверное, такой. Ладно, попробуем там чуть-чуть. Че, кто там? Зайца бегаешь? Кого там рыщешь?
попробуем, да? Порыбалить на перекатике. Да, место, конечно, не очень хорошее для рыбалки. Кустов много. Так, пробуем туда выйти. Ну, на уху уже есть 3 штучки. Картошки сегодня много взял. Как бы свежатенько будет. Сейчас посмотрим здесь, на перекатах, будет ли тут харис брать или нет. Ну, вот там хорошее место вижу, он слева. Пойду туда схожу. Смотрим, что там есть. Интересно. Пойдем. Или вон здесь левее. Попробовать. Ой, левее, правее. Перед этим. Ну, лучше. Блин, ничего себе, это яма. Бобровая, что ли. Блин, нифига себе. Можно и остаться здесь навсегда. Это яма странная. Так, ну что тут? Попробуем здесь выловить на мыске. Если сок выдержит. Глубина-то есть вон здесь какая-то? О, хариса вижу. Отсюда прямо. Вон тут, перед завалом на рейсе. Ладно, глянем. Да, комаров, конечно, тьма. Ёпарасоте, вот я косяк. Как бутылку шампанского открыл, блин. Ну ладно, не вытекает, а мына пойдет. Фух, вот тут я набрызгался. Ну, сейчас надо харнесиное место найти, где хариса много. Глубину можно поменьше сделать. Это надо пройти так, чтобы не напугать никого. Есть что-то там. Походу мелочевка какая-то. Да, наверное, мелочевка была. Еще посмотрим. Так, какая-то там запара. Ладно, пойдем туда. Как лучше перейти туда. Забава, пойдем, жесть, как все. Левее сходим. Правее, точнее. Левее, там тоже хорошее место. Сейчас тропа какая-то есть, вон здесь. Тоже ходил. Нет, здесь я хариса видел. Сейчас посмотрим. Хариусина здесь места или нет.
Вон тут еще один лосиный переход. Но это не свежий. Вот это непонятно. Какой? Ну такой. Здоровый лось ходил. Вот, конечно, еще. И... Так. Лосик был, да? Лосик ходит. Ну, на реке очень много переходов. Я просто сходил до реки. Что-то проплывало. Сейчас будем смотреть, кто, где, когда, как. Мелочок, то вижу, здесь плавает. Покрупнее. Там глубина мелковата. Так. Все так это. Долго на эту удочку рубачить, конечно. Если еще клёва нету. Тут вообще... Отстой. Особенно с комаром много я водов. Где? Че это одиночная рыба, что поплыла? Угу. Ну вот, вот спрошу. Правда, не особо на рассвежли. Ну, в воде лучше. Там что за... Так, ладно, червяка получше насолим. Поживее. Пожирнее, поживее. Мелочок, он видом плавает. Комары. Комары жрут, блин. Поэтому лучше рано утром рыбачить. Где-то после часа светает, тогда можно на удочку спокойно рыбачить. Солнце уже выходит. Ладно, попробуем. Опа! Блин, была поклевочка. Рано я потянул или поздно, не знаю. Или может они за этот потянули. Вот что-то есть. Хорошенький. Ну, мык. Опа, сейчас тебя еще потеряю. Хорошенький мык взял. Ну, уху. Блин, нифига он заглотил. Голодный. Ну, стоило мне только червяка поменять. Сразу пошло дело. Ладно, положим его в карман. Я это там оставил. Так, что я там? Снимаю хоть нет? Вроде снимаю. Ну ладно. Поехали дальше. Ну, муки вроде тоже стайная рыба. Так что будем смотреть сейчас. Второй поклев. Ну, что-то есть. Во.
надо. Мелочь, мелочь какая-то была. Видно было, выходило. Так, сейчас крючок спрячем. И погнали дальше. Мелочка, это что? Дергает. О, блин, не успешно. Ну, что-то берет слегонца. Все-таки думаю, глубину надо побольше сделать, чуть-чуть. Сантиметр на 5. Так, и погнали дальше. Пак закинем. Опа. Ну, глубина есть такая. Ну, топит. Ну, так, еще. Ну вот, сейчас приехали мы. Еще попробуем здесь, наверное, половить. Потом до осени все, наверное, приезжать уже не будем, до августа. Опа, блин, мелюзга. Ну ладно, с собаком на это пойдет. На уху. Сейчас... В тайге я наварил там каши с рыбой этой мелкой. Так она там, наверное, литра 4 съела. И каждый день так вот. Один день 4, второй день. И, блин, приехала с таким барабаном. О, пошла поклевка. Блин. Ставить, наверное, повыше эту штучку. Она все постоянно путает. Не знаю, зимой я ставил эту штуку, она как бы хорошо выручала. Сейчас посмотрим, как. Ну, она светится в темноте, в воде. Приманивает рыбу, мне так кажется. Красная особенно. Но красная у меня закончились. Ну, что-то есть, есть, есть. Ну, это мелюзга, скорее всего. Так, ну сейчас еще съездим. Потом на Равагусе мы ездим все. А? Ну, давай. Еще, может, она зеленая еще тянет. О, во-во-во, хорошая. Хорошая. Ну, снова мык. Ну, нормально. Хороший мык. Ну, потом в августе все приедем уже, как комаров, надеюсь, не будет, конец августа. Заодно белые грибы пособираем. Сейчас. Вообще просто приехали убраться без беды. Так, посмотреть, где половить можно мута. Перекаты, где не завалено. Ну, а потом в ноябре, ну, вообще в сентябре можно на охоту все приезжать, на глухаря с собакой. Ну, вообще лучше, когда уже с кресла падет. Как-то я с отцом ходил раньше. Отец меня учил. Ну, самостоятельно я еще не ходил сюда. Как бы, сколько времени не было, меня тут не было когда-то. Какие-то года. Да и учиться начал, выучился на охоту, как бы на охотника только недавно. Ну, глухари тут есть, можно ходить. Глухари есть.
как бы постоянно видим. Так что с собакой можно здесь пройтись. А по бору с собакой ходить — это вообще кайф. Одно удовольствие. Красиво, не холодно, не жарко. Комаров нету, снега мало. Изба рядом. Если собака хорошо обучена, так вообще хорошо. Гухаря она тебе, если гухарь есть, она тебя найдет, гухаря. Как бы, тунгус у нас вот хорошо гухарей ищет. Ну, сейчас тайгу, не тайгу, а пуму взял, посмотрим, как она. Блин, опять мелочевка, но это собакам на пюрешку, фу, на пюрешку, на супчик, на бульон. Ну, они жирные, вкусные, эти голенчики. Их самому если пожарить, то они вообще вкуснее мой бы. Но возиться с ними, чистить, как бы проще с собаком сварить. Джессика здесь. Джессика далеко не уходит. Не знаю, как она будет охотиться. Тут я как маламута брал, ну, посмотрим. Лает-то она лает. Может, дичь залает. Дом-то охраняет. Хорошо. Может, и дичь залает. Вон там рыба прячется, видно. Ну, следующая поездка у нас потом на Кадам. Планируем, посмотрим. Может, там получится у нас жерлицы поставить. Да, и спиннинг покидать, да, и на удочку. В принципе, здесь проходим мы до избушки. Вот так-то большой километраж, если по мутанциям пройтись. Ну, а там с дороги, если нас отец закинет, там всего-то до озера километров максимум 7, наверное. С дороги по визиру зайти. Поэтому что там, если рыбу наловить немножко, пройтись, отдохнуть. Но места там красивые, озеро красивое, чистое. Ну а потом готовиться к большому путешествию. Сейчас пока тренировки у нас такие идут. Надо еще палатку проверить, как там она у нас функционирует. Я хотел палатку взять китайскую на Алиэкспресс. 2 года назад, она еще дешевая была, там 4500. Хорошая палатка. Блин, сейчас она уже стоит в районе 12 000. То есть сколько подорожали. Ну, тогда она еще не такая популярная была. Ну и вот, она стоила копейки. Ну там хорошие вещи, короче, бывают, которые не популярные. Потом они начинают их покупать, и они начинают дорожать. Ну, вот так можно попасть на Алиэкспресс. На хорошие вещи за очень дешевую цену. Так, что-то у нас по времени. Солнце уже низковато становится. Так, надо еще в камеру на голове отрегулировать. Кто-то, не знаю. Она то у меня вверх постоянно снимает, то вниз. Как бы не очень хорошо. О, есть поклевка. Ну, блин, что там? Ну, тут только у нас рыба какая водится здесь. Мык, хариус и арга. Вот вся рыба. Щука сюда не заходит. Тут еще на устье только может еще зайти. Опа. Ну, что-то там. Куда-то там. За это все дергает, за желтую штуку. Ну, не знаю, я зимой ходил на маленькую речку у нас вот с дома. Эту желтую штуку использовал. Так она этот хариусов наловил, наверное, за 15 минут. Штук 30. Здоровых хариусов. Опа! Ну, наверное, она за желтую все-таки. Надо пустить, наверное. Тянет, скорее всего, за желтую. Думаю, что это еда. Давай еще раз.
Еще. Удаляется постоянно. Крючок. Так, ну здесь сейчас особо такой рыбы нету. Пару мы кого поймали. И все. Джессики уже скучно стало, ушла она. А вода эти крупно летает. Ну, ну давай. Еще. Еще. Мелочь там поплывает, вижу, вижу прямо отсюда. Вот крючка. Но. Ну, опять мелочевка. Ну, все так же на суп собакам. Ну, собакам поэтому всё нравится ездить. Вот так, если хорошо их кормить там, то они ни на кого там не нападут. Ни на птенцов, ни на кого. Потому что я с тайгу я кормил там по 5 литров супа. Наваристого с рыбой там, с картошкой, с макаронами, с гречкой, так она вообще ее все равно была. Она из нас сидела и все. О. Опа, блин, опять-то мелочевка. Ну ладно. Надо отсюда, с этого места уходить-то. Сейчас полный карман будет мелочи. Ну, собаками так хватит, потому что у нас тут рыба есть, внутренности мы даем. Возиться с мелочью. Ну хотя с нечего возиться, я просто свалил и все. Я даже ее не чищу.